Добрый день, уважаемые друзья! Вы вновь смотрите наш канал, и мы представляем новые продукты. Сегодня мы представим замечательные продукты компании «Укртекстиль», которая производит средства защиты под торговой маркой «Озон». Сегодня вашим вниманием предлагаем очередной продукт. Это перчатки, покрытые нитрилом, под торговой маркой «Механик». Итак, немножечко более подробно о перчатках. Перчатки под торговой маркой «Механик» изготовлена на основе хлопковой ткани, которая снаружи покрыта полимером нитрилом, который особенно стоек к химическим веществам, стоек к маслу, к бензину и другим нефтепродуктам. Износоустойчив, устойчив к воздействию на порезы и проколы. Перчатки являются достаточно эластичными, удобными, мягкими. Имеет комфортное покрытие 100% хлопок внутри. И покрытие обработано по технологии UltraFresh, которая обеспечивает долговременную работу без каких-либо последствий для работника. Другими словами, вы можете работать в этих перчатках целый день, и у вас будут руки достаточно в хорошем состоянии, не будет потребности снимать перчатки и просушивать поверхность рук. Сегодня эти перчатки достаточно популярны и являются одним из хитов продаж компании. Итак, мы продолжаем рассказывать о характеристиках перчаток нитрил. И прежде всего хочется сказать, что перчатки выполняются в двух модификациях. Это одна модификация полностью покрыта нитрилом, то есть вся кисть покрыта нитрилом, остается эластичная хлопковая манжета. Другая модификация предполагает покрытие только до лони, и на тыльной стороне нет покрытия, покрыты до лони и пальцы. Вы можете выбрать в зависимости от характера работы те перчатки, которые вам наиболее удобны. Таким образом, у вас есть возможность выбора более комфортных перчаток, исходя из условий ваших работ. Сегодня мы продолжаем вас знакомить с этим продуктом. И несколько слов более подробно, которые вас заинтересуют. Эта длина перчаток составляет 280 мм, что практически достаточно для использования в промышленности и соответствует стандартам. Перчатки изготовлены в соответствии с стандартом DSTU EN 420-2001, а также удовлетворяет требованиям DSTU EN 388-2005. Как вы понимаете, что это перчатки современный продукт и является полностью защищающий рабочего от воздействия химикатов, масла, бензина, других видов топлива, других прочих химикатов, является надежной защитой для работника в разных условиях труда. Для механосборочных работ эти перчатки тоже являются достаточно удобным решением, потому что они предназначены для выполнения точных механических работ, работы с промасленными заготовками, обеспечивая таким образом удобный сухой захват и обеспечивая эффективную работу работников и достаточно хорошую защиту их рук, кисти и запястья. Какие же выгоды получает сегодня работник, используя такие перчатки? Выгоды очевидны. Сегодня это безопасный труд, полностью цельные покровы кистей рук и пальцев. Соответственно, компания, которая купила такие перчатки, сможет обеспечить своим работникам комфортные условия труда и, соответственно, все выгоды получены в этом от охраны труда, выполняя все требования современного законодательства Украины. Перчатки вы можете заказать у компании «Укртекстиль», позвонив по телефонам, которые представлены на титрах, вы их видите, и перезвонив по телефонам или обратившись через форму заявки по веб-сайту. Веб-сайт www.ozon.com.ua. Сегодня я вам рассказал о перчатках, производимых компанией «Укртекстиль», торговая марка «Озон», перчатки под, собственно, торговой маркой «Механик». В конце добавлю, что перчатки поставляются партиями по 144 штуки. Это количество перчаток в ящике. Ящик содержит 12 упаковок, по 12 пар перчаток каждая упаковка. Если вы заинтересовались этим современным продуктом, звоните в компанию «Озон», мы рады будем предложить вам не только перчатки, но еще больше продуктов. Как вы видите, ассортимент нашей компании достаточно большой. Мы ждем ваш звонок, мы обязательно вам ответим. Звоните.